С 26 апреля по 30 мая 2021 года на специальном сайте по всей России пройдет голосование за объекты благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Помогать в организации и проведении голосования на платформе будут волонтеры. Регистрация всех желающих поддержать проект общероссийской важности проводится до понедельника, 22 марта.